Добрый день, дорогие друзья, вы на канале Делаем Свет, и у нас обзор на светильник Ривьер. Как тут его правильно-то прочитать? Ривьерб? Или Риверб? Или Ривербе? Как только хочет, в общем. Светильник с артикулом 202-122, в принципе, он даст понимание по всей серии. Светильник, который у нас в руках, он 12-ваттный с теплым свечением, также есть со свечением нейтральным 4000 кельвинов. По техническим характеристикам диаметр 135, высота 50, диаметр внешний, то есть вот это был диаметр врезной, а это диаметр внешний 145, и высота кантика над потолком 2 мм. И вот есть у них второй размер 170 миллиметров в диаметре, это уже 20-ваттный светильник, достаточно серьезная мощность. Сегодня мы подключим этот светильник, но для начала мне хотелось бы показать, как он устроен. Так, вот, сейчас еще раз откроем позицию, для того, чтобы объяснить. Да, вот посмотрите, пожалуйста, вот как бы вы себе представили этот светильник, когда вот вы на него смотрите в каталоге. Отличается ли он вот от этого? Ответ да, отличается по факту, но вот на картинке не совсем понятно. Вот здесь смотрите, вот этот светильник, у него пластиковый рассеиватель сплошной прямой. А вот у этого светильника рассеивателя нет вовсе, он вогнутый вовнутрь. И источник его находится по периметру самого светильника. Вот посмотрите, видите, то есть здесь у нас пусто, светодиода нет, а наши светодиоды находятся вот здесь, по периметру самого светильника. И в этом варианте они составляют 12 ватт. Вот наша толщина 2 мм. Как вы видите, это купольный светильник на стандартных зажимах. И у него идет блок питания к светодиодам, который... Очень даже, кстати, стандартный для Lightstar. У них вот такие сменные блоки питания в последнее время пошли. Практически все светильники комплектуются подобной вещью. Именно в таком варианте. Отцепляется и цепляется, если что, новый. Так, ну что же, подключим светильник. Так, что важно понимать. Вот видите, при таком варианте, то есть при отраженном свете, у нас нет с вами... светораспределение конусом. У нас свет сразу же идет практически под углом 180 градусов. То есть для заливки стены совершенно замечательная вещь. Ну, конечно же, все-таки вот есть световое пятно, самое яркое место. Но, тем не менее, угол заливки, он почти прямой. Яркость светильника, по факту, сравнима с 9-ваттной лампой светодиодной прямого света. То есть светит он, ну, достаточно ярко. Вот. Видите, вот тень, как появляется. Все высвечивает хорошо. В общем, светильник отличный. Приобретайте светильники Lightstar, в частности, эту коллекцию Ривьерб на сайте свет7.рф, делаемсвет.ру. Спасибо вам за внимание. Приобрести можно по ссылке под видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе новинок света.